Всем привет, ребята. В общем, мы вчера нам привезли пруфлис, купили его. Нам он обошелся 23 тысячи. То есть у нас пруфлис стоит 0,4. Кстати, хочу сказать, четверка, она маленькая, это мелковато. То есть, когда ходишь, ощущение, то, что она сейчас вот-вот прогнется. Хотя, вроде бы, у него есть ребра жесткости, да, хорошие. Но вот эта толщина, да, 0,4, она очень маленькая. Ну вот, надо пятерку, 0,5 делать, по крайней мере. Вот, даже когда ходишь, вот ощущение такое, вот-вот погнется. Даже в одном месте у меня погнулось. Так что ребра жесткости, они особо не помогают при такой толщине 0,4. Вот сейчас смотрите, ребят, вот мы, получается, покрыли, да, профлистом, да. Вот сейчас получился парус. Офигенный парус, то есть крышу вообще снесет в 3 секунды. То есть ветер сильный будет, его чертовой матери снесет. Поэтому обязательно при такой крыше нам надо, в общем, закрыть вот эти моменты. Боковой именно ветер, если отсюда пойдет или оттуда пойдет, он снесет эту крышу, как нечего делать. Поэтому, ребята, мы пришли к выводу, что пока временно, сейчас баннером закроем вот эти моменты сбоку. Вот такие вот дела. Ну ладно, всем пока, всем счастливо.